Доброго ранку, дякуючи Антончику Коломійцю за якісний, хороший прогноз погоди. Це він проплатив нам просто, що ми його похвалили зараз. Ну, всім, власне, бажаємо хорошого настрою зранку цієї п'ятниці, тому що попереду на нас чекають дивовижні вихідні дні, ну, сподіваюся, такими ми їх бачимо для себе і таких ми вам і бажаємо. Друзі мої, ну, а також ми желаємо, щоб ті вихідні були у вас вкусні і полезні. Ну, потому что бы, вот скажу, какой бы ни была вкусная и полезная пища, она может потерять свои свойства и даже стать причиной пищевого отравления, ну, если ее разогреть. Например, яйца, друзья мои, вряд ли вы часто разогреваете яичницу или омлет, но на всякий случай предупреждаем, что при повторном нагревании яйца также могут вызвать токсичность. Ну, з яйцями більш-менш зрозуміло, а от слава з грибами Богу. І так все непросто, Ром. Тому що, незважаючи на високий міст білка, вітамінів і амінокислот, часто вони погано засвоюються організмом. А якщо ще підігрівати вчорашнє різотто, то проблема ускладнюється. А якщо це ще тещин гриб? Ну, про мухомори я говорю, в частності. От, білок в грибах змінює свою структуру, і це може привести до болі в шлунку і здуття живота. Картофель неожиданно, от як не странно, но он тоже в чорному списке. Подогретий картофель теряє і во вкусі, і в полезності, і навіть може стати причиною ботулізму. Якщо хранити його в фольге при кімнатній температурі, ну, от так случається. Пюре, запеканки и жареную картошку съедайте сразу. Ничего, ни шматочка не лишайте на тарелке, аби не бігав. Это говорит мне человек, который на диете. Ну і ще один продукт – це курка. При розігріванні страв з курки порушується структура білка, яким так насичене куряче м'ясо, і це може привести до проблем з травленням. Те, що ще 10 років тому можна було прочитати тільки в книзі, тепер може спробувати кожен охочий. І я, Рома, кажу про чуфу. Адже саме чуфу... Это что? Кого це ви там привели, да? Чуфу допомагає в лікуванні різних захворювань шлунка і кишківника. І для цього з даного горіха готують спеціальне горіхове молоко. Як саме, покаже натураліст Галина Пальчева разом зі своєю ученицею Юлією Волинець. Вже саме. Вітайте наших ранкових гостей. Це Галина Пальчева, методист Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, та Юлія Волинець, вихованка Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, член наукового товариства СКІФ, учениця 9 класу Антонівської школи номер 21. Спеціально сказала школу, бо Юля зараз прогулює перший урок, щоб знали, де вона була і з ким. Доброго вам ранку. Доброе утро. Я признаюсь честно. Кто такой чупу, хочу попытать. Я даже ударение не знаю, правильно ли мы поставили, потому что, ну, действительно, вот в своем словесном запасе слов первый раз услышал это слово. Что это? Ну, я тоже была в таком удивлении, но это было, можно же сказать, в далеком 91-м, 93-м году, когда впервые я тоже увидела вот эти интересные орешки. И вот если их, они вроде легкие, такие интересные, думаю, даже страшно было их первый раз как-то и пробовать. Но в принципе понравилось, и мы первый раз на наших учебных участках вырастили. Потом я часто садила на дачу, но так получилось, что культура достаточно тоже такая интересная. Увлеклись зизифусом, увлеклись там другими культурами. Ну а сейчас вот как бы пришло время, и вот у ребенка появился интерес к разным таким культурам, и с чем это связано, почему мы вернулись, я думаю, Юля как раз и расскажет, с чем связано то, что мы занялись этой культурой. И вот как раз научная работа очень большое тому подтверждение. Юль, чому да, саме ця рослина все-таки? Перший раз, коли я прийшла до Галини Віталіївни, вона говорить, якусь ти б хотіла тему для своєї мановської роботи. Я подумала, вона пропонувала, чи медицину вибирати, чи агрономію. Я все-таки вирішила агрономію, і вона мені сказала, що в неї така рослина, як чуфа.
Мені дуже цікаво стало, я перший раз почула таку назву, мені ж було дуже цікаво, що це за рослина. Вона мені її показала, дала спробувати, мене це дуже зацікавило, мені дуже сподобався смак цієї рослини, ну і тому я вирішила займатися чуфою. Ну от ви, до речі, кажете чуфа, чуфою, так? А як ще можемо назвати цю рослину, щоб зрозуміліше було, тому що от я десь зустрічала назву просто горіх. Ну, ты встречала цю назву? Ну, я готувалась. Я понятия не имею, что происходит. Ну, в різних країнах її називають по-різному. Наприклад, в Іспанії це чуфа. Араби її називають солодким корнем. Італійці називають мигдалем, земляним мигдалем. В Єгипті це сакіт, а в Судані неб. А в Україні ще відомо як зимівник кисіть, але частіше називають чуфою. А в державному реєстрі зареєстровано як смаковець істівний. Юль, смаковець, це зрозуміло. Смаковець, смиковець. Як то ви смикаєте? Ну, а я так уж повелось в ефірах, завжди в студії смакую, я смаковець, ефірний смаковець. Поэтому, Юль, у мене теж к вам вопрос, убедите мене, що це полезно. Ну, в составі є йод, кальций, селен, що дуже добре впливає на організм. Також є вітаміни В, А, С, Е. І також там нема глютену, який можуть вживати люди з непереносимості глютену. Ну, наконец-то. Також вони дуже калорійні і перевішують навіть масляний оріх 3 рази. Тобто її не рекомендується вживати тих, хто є проблеми з надлишковою вагою. Але вона дуже корисним є для... Тобі це не можна. Для багатьох людей, в яких є проблеми серцево-судинної системи або підшлункового тракту. Ну, Рома попросив переконати його про корисні властивості, я хочу все-таки про лікарські ще запитати. Ну, навіть в США були дослідження і довели, що чуфа здатна боротися з такими шкідниками, як стафілокок, кишкова паличка, пневмонія, іншими шкідниками. Також чуфу рекомендується набивати подушку при порушенні сну. Навіть так. І так оце вдобно спати на ньому? І мені здається, це вже може порушити ваш сон. Ну, і ще такі дослідження проводили. Зараз така болезнь віка, як сахарний діабет. І от це може бути дуже хорошим продуктом. Екстракт з чуфи якраз розробляється зараз фармацевти, як один із панацеї лічення сахарного діабету. Тоже таке цікаве, як от лічебне свойство. І, в принципі, от... Эта культура очень давняя, и в реестре она зарегистрирована как масляничная культура. Именно впервые в далеком-далеком Египте древнем было не оливковое масло, самое первое употребляли, а масло с чуфы. И оно обладает уникальными просто свойствами, оно никогда не застывает. И масло чуфы используют не только в кондитерском, в лекарственных таком веществах, а еще очень широко используют его в технических целях, то есть для смазки особо точных оптических приборов. И в принципе вот значение чуфы очень велико. Юля сказала, что вот чуфу в Испании называют чуфою, да, как мы у нас смыковец, то действительно центр, вообще центр распространения чуфы и как бы такой законодатель вообще всех вот и кондитерских изделий, это район Валенсии в Испании. Там издавна вот занимается возделыванием чуфы. А у нас на Украине, на Херсонщине, где можно и вырастить? На подвиконе можно все? Ну, наверное, Юля уже тут специалист. Разве что рассаду, но потом надо будет ее высадить в чистую землю. Вот где мы выращивали. То есть, Юль, вы выращиваете, занимаетесь этим, вот оно у вас есть. Властноручно, да, Ром? Да, мы выращиваем, но еще очень главное, что она восприимчива к засухе, то есть она может хорошо у нас в Херсоне культурироваться, да, скажем так. Скільки, до речі, вибач, різновидів вже є на сьогодні? Зареєстровано 4, це новинка, снігуровський, інгульський і фараон. А також розробляється такий новий вид чуфи, як запас на дослідницькій станції «Маяк».
Это сорта, вот такие новые сорта, они выводятся очень то много. То есть уже есть какая-то там селекция уже идет. Ничего Ну, когда растение, вот интродукция впервые в Украине, кстати, началась, ну, может быть, так, что зафиксировано. То есть мы ожидаем, что на следующий эфир вы вот с такой чуфой придете, да, в принципе? Нет, ну, вот, ну, добивается, то есть какой-то вот размерности уже? Есть европейские, значит, впервые, мы закончим фразу, потому как, наверное, интересно, как раз в Украине впервые в Херсонской области, в 1930 году занимались интродукцией чуфы. Но, к сожалению, не осталось свидетельств научных где-то записей, пропали эти статьи, мы или, может, мы их найти еще не сумели. Мы только первый год занимаемся. Думаю, это даже будет интересное такое у нас задание научное, найти вот результаты первых опытов по чуфе. Может, люди не успели написать? Ну, всякие были. Но вот получается, что мы, когда мы занялись чуфой и начали изучать ученых, которые занимаются, то как раз я вышла на свою коллегу с Николаева, она была методистом экологического Николаевского центра, и она тоже нам очень много рассказала об этой чуфе, и она защитила кандидатскую по этой культуре, и вот говорит, что она искала свидетельства и первые результаты вот интродукции чуфы в Херсонской области, но не нашла. По поводу размера чуфы. Есть Валенсия, как законодатель вообще сорторазведения чуфы, выращивают, есть стандарты. И вот есть стандарты разной формы, она бывает овальная, да, Юля мне может даже подсказать, овальная, круглая, продолговатая. И у нас, Юля провела измерение, сколько, Юлечка, у нас получилось? Найбільше становила 20 мм, найменше 0,5. Це було дуже дивно, тому що було сказано, що найбільших розмірів вона може тільки 1,5 мм досягти, а у нас навіть більше вийшло. От тобі селекція. Є стандарти, взагалі, в принципі, 11-12 мм, це максимальний такий стандарт, вважається вищого качества. От у нас такі крупні, якраз ми тут і підібрали, от такі крупні клубеньки. На украинском мы их называем бульбы. Так вот, так. Знаете, ну вы так про эти бульбочки вы рассказали. Ромочку, я перепрошу, у нас есть телефонный звонок. Давай дамо слово телеглядачам, а потом продолжим. Добре, дуже раді, ви в ефірі. Алло. Слухаємо вас, доброго ранку. Доброе утро. Доброго. Алло. Да, мы вас слышим. Алло. Да, алло. Ваше запитання, будь ласка. Подскажите, пожалуйста, а где можно достать рассаду этой чуфы? Дякую. Ну, уже они появляются, раз это зарегистрированные сорта, то они появляются уже у нас и в магазинах, и я, кстати, в этом году приобретала на рынке, и то, что у меня осталось, мне постоянно, и у меня дача, я потихоньку, все, что у меня экзотическое есть, я это, как бы, вот у меня такой семенной небольшой материал. Если вы хотите, и вот мы тоже уже думали о том, что мы на следующий год с Юлей будем заниматься сортовым испытанием, то нам посоветовали люди, которые научно занимаются ей, обратиться в ботанический сад имени Гришка в городе Киеве, как раз там вот сейчас самый центр развития чуфы. И вот я думаю, что как раз там вам помогут именно, вы там можете купить именно проверенные сорта чуфы. Ну, а я пропоную перейти до найцікавішого. Власне, тут у нас є молоко. Я знаю, я би сказав, якщо б це було такий, знаєте, графінчик, накритий початком, то я 100% вже здогадуюся, що це таке. Але ж то не те. Ну, Юля интересно рассказала, как называется, ага. И какие лечебные качества действительно в медицине применяются. Ну, и есть, конечно, свои нюансы по выращиванию, и я скажу, что у нас в Украине прекрасные условия для выращивания чуфы, мы с Юлей хотим это доказать в своей научной работе. Ну, чтобы убедиться, что ее надо выращивать и приручить людей к новому продукту, то, конечно, вот мы сегодня сделали вот это молоко. Знаете, что сейчас очень многие детки и многие люди страдают неусваиваемостью глютена, и заменитель это соевое молоко, а соевое модифицировано, а
вот прелесть этого продукта, что мы можем его использовать как органический продукт. Они поражаются вредителями, еще такими, как достаточно широко, и нет и модификационных таких аналогов. Поэтому можно его спокойно употреблять, готовить. Вот мы берем чуфу, мы ее выкопали, вот, может, телезрители, как Рома, я думала, все знают. Вот она вот так растет. Здесь образуются вот эти клубеньки. То есть как картошка, мини-картошка, да, на корнях. Семейство. Кстати, папа сказал, что это испанская чуфа. Ну, испанская картошка, точнее. Ну, правильно, в Испании она может быть сказать, да. И вот выращивает, она вот действительно растет. Принцип такой, что формируются у нее эти клубеньки в земле. И вот это семейство соковых, как осака. Поэтому она не поражается вредителями, ей не едят колорадские жуки, не надо ее брызгать. И вот эту, эту зелень можно использовать для... И, как Юля сказала, и подушечки делать, и матрасики, и можно использовать как декоративные. У нас очень много есть декоративных кружков, и сейчас наши лозоплетельщики уже заказали нам эту чуфу, мы им высушили, и они нам будут делать интересные с ней поделки. Так вот, мы выкопали, обобрали, перемыли, обязательно хорошо перемыть. Потом на мясорубку, ну вот это на электромясорубке мы перемололи. Если вот вы попробуете, то она достаточно тверденькая, ее надо когда она хранится, надо хорошо высушить. Но мы перед тем, как перемалывать, на сутки замочили, чтобы она была более мягкой, и перемололи. Залила теплой кипяченой водой. Вот это вчера было, вот этот молочко, вчера сделала 8 часов вечера, залила. Оно вот простояло ночь, и сегодня я вас угощу, вы попробуйте. Ой, как цікаво. Да, вот... Потом... Я дуже люблю щось робити вперше в своєму житті. Она простояла. Да, но почему-то пробую всегда я. В литровой баночке. 1/4 часть перемеленной чуфы. И Юлечка тоже попробует, потому что это у нас первый урожай. Я так уже ребенку не доверила, сказала, давай я уже это попробую сделать, а потом она уже будет готовить. Еще хочу, пока мисс вы пробуете, хочу вам рассказать, что 1/4 часть, я думаю, что уже ее многие выращивают, и думаю, что, может быть, и наша передача будет способствовать тому, что эта культура будет... Я не добавляла ни ваниль, ни корицу, хотя можно добавлять. Вот чисто натуральное, чуть-чуть сахара. Даже думала, ну, не добавлять сахара, чтобы вы почувствовали именно вкус. И это очень полезный напиток для тех, кто страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта. Дуже смачно. Ну, да. Так справжнє молочко, але якийсь специфічний такий присмак воно має. Ну, для того, щоб приготувати на 1/4 часть того об'єму, що ви берете, ложите вот эту перемелену чуфу, заливаєте теплою кипяченою водою, оставляєте на ніч, на сутки, і получається вот такой прекрасний диетический напиток. Ну, и еще сказать, что вот это не будет выброшено. Это мы зальем горьким шоколадом или молочным шоколадом, и у нас будет чуфа в шоколаде. И вообще это еще, если у нас время... Это буквально хвилина, да, это хочу сказать, космическое растение. Да, вот мы встретили, Юля, да, нас все, да. Нам было очень удивительно, что ее еще в Советском Союзе ее очень широко, и может быть сейчас Россия продолжает исследовать как культуру для космических кораблей. Почему? Потому что она не цветет. А вы знаете, закрытое пространство, пыльца, это культура, которая не цветет, дает плоды очень энергетические. 60 миллиграмм плодов достаточно для того, чтобы человек сутки был в хорошем, таком нормальном настроении. Еще чуфа поднимает настроение. Еще мы интересно узнали, что она обладает магическими такими свойствами. И мы вам если у вас в доме или где-то в офисе будет хранить, мы вам подарим несколько клубеньков, вы их где-то так аккуратненько спрячете и будете уверены в том, что в вашем доме будет позитивная аура, и у вас всегда будет энергия жизни. Но клубни, разъясните для меня. Для тех, кто в танке, клубни мы не садим. Просто я услышал слово картошка. Нет, клубни, вот эти с клубни высаживаются. Да. Юлечка, ну. А потом развиваются уже корневища, и ну, как бы высаживаются они первое. Ну, с маленького чуфика вырастает потом много. Да, чуфы. Вот с этого клубенька вырастает вот такое растение.
Ну і, власне, яке приносить здоров'я, позитив, ну і отаким смаколиком ще є зранку. Спасибі вам величезно за те, що познайомили нас з цією культурою. Бажаємо вдачі у наукових роботах і подальших. Я думаю, що Юля лише розпочинає свою наукову діяльність, все ще попереду. Ну і, Галина Віталіївна, спасибі, як завжди, за те, що підкидаєте такі цікаві теми. Попереду є іще список, тому кажемо вам до нових скорих зустрічей. До свидания.